Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Ахимелек передает Давиду меч Голиафа. Арт Йоханс де Гелдер. 1680-е годы. Холст масла. Арт Йохан де Гелдер. Голландский живописец-рисовальщик. Первые уроки он получил от Хокстратена. Но вскоре покинул мастерскую и, перебрался в начале 1660-х годов в Амстердам, поступил к Рембрандту, став его последним учеником. Создавал картины на библейские сюжеты, реже жанровые сцены, портреты. Все они исполнены в свободной манере. Чтобы придать полотнам большую выразительность, рельефность, де Гелдер густо накладывал краску на холст, использовал мастихин, обратную сторону кисточки и пальцы. Влияние Рембрандта видно и в полотне «Ахимелек передает Давиду меч Голиафа». Оно иллюстрирует строки из первой книги царств. «Я видел, как сын Иисея приходил Номову, к Ахимелеку, сыну Ахитуа. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие и меч Голиафа, филистимлянина отдав ему». Священник стоит практически спиной к зрителю и пристально смотрит на Давида, который с благоговением принимает меч из его рук. Художник уделяет большое внимание деталям, украшает костюмы героев узорами, подчеркивает материальность и фактуру разнообразных тканей и материалов. Неглубокое пространство композиции, красно-охристый теплый колорит, трактовка формы, переливы света – характерные черты творчества мастера. Вот так вкратце то, что я нашел в интернете к работе «Арт Йоханнес де Гелдера. Ахимелек передает Давиду меч Голиафа». Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом издания «Великие музеи мира». До свидания.